Готово? Да. Ага. Привет, друзья. Привет вам из Пуэра. Из Припуэрья. Вот. Особо огромный привет всем любителям мой чай из Химок. Прям вот от всего сердца и от всего чайного настроения нашего сегодняшнего. Небольшой анонс. Этим летом обязательно приеду в Химки. Вот. Хотя это вроде не так далеко от меня, но режим график такой, что в Москве я бываю нечасто. Поэтому летом взята будет дегустация. Дегустация будет необычная. Будем фокусироваться только на эксклюзивных чаях. Поэтому это будет, скажем так, дегустация по записи особенных чаев, вот, которые я, в принципе, люблю делать. Поэтому будут старые шены, будут лауча, будут какие-то редкие хайча, новые желтые какие-нибудь интересные и еще что-нибудь такое, чем буду удивлять. Поэтому следите за новостями в Химкинском паблике.